меня слов нет, насколько это кусок дерьма. Как этого босса проходить? Это просто, блядь, немыслимо. Играю до следующей попытки. Такое, чтобы я до последнего уровня дошел. С 11 000 я еще не пытался пройти. Это будет интересно. Да, вот я не могу выстрелить, пока это говно крутится вокруг меня. Ну, 200 монет не хватает. Сука, летучая мышь.
кот. А, блин. Раз побыстрее убил. Без глаз плохо плавает. Но за 2 метра платить 5 косарей. Я лучше аптечку куплю. Так, 5 сиськи. Честно говоря, они мне уже поднадоели. Почему бы нельзя... Почему бы не сделать, чтобы эта сцена пропускала? Сука, не беси меня. Да, отлично. Столько ждал лифт, чтоб теперь меня с него согнали. Ты не мог бы чуть быстрее ездить? Нет, я буду ездить, сука, медленно так, чтоб тебя стошнило. Горем пополам одолел.
Отлично. Это новый вид троллинга. Да, жизни мало, но... Ну как есть. Еще сзади, да? Давай. Летай. Все, это последняя попытка. Просираю, значит, просираю. Нет, нет, все. Я подвязываюсь с этим куском дерьма. У меня уже от него тошнит. Естественно. Пиздец, все. Ну все. Я хуею. Один сраный мешочек. Тот же самый. Я не хватает слов просто на вот это все. Играешь, играешь. Полчаса мучаешься, как дебил. На, все, гамновер. Давай сначала, чувак. Я больше сначала не хочу. Хочу знать, как тут на другие концовки проходить, сколько тут надо врагов убить. Блять, что я делаю? Может, на какую-то другую получится. Убью, допустим, 5 врагов. Смотрим, какая будет концовка. Ну все, ну вроде вот, блин, один сраный мешок. Смотрим, за 5 провал будет какая-то новая концовка или нет? Почему я не успел? Я зажал кнопку вправо. Что не так? Что с этим дерьмом не так? Почему один раз я успеваю, а другой раз нет? Что может быть лучше, чем зажать кнопку уже заранее? Он уже бежит, только дает игра возможность. И все равно он не успевает. Это что-то... Новый уровень говноедства. Еще этих 150 вопросов. Будто они на что-то влияют. И
побежать можно только после одного какого-то. После этого вроде. Ура. Со второго раза таки пробежал. Чё за концовка будет? Какой-то кусок дерьма превратился. Все, меня же тошнит от этой игры. Не могу я больше в нее играть. Попробую как-нибудь потом. В другой раз. Ибо бесит. Все. Спасибо тем, кто терпел. Увидимся.